Я обращаюсь к верховному главнокомандующему Украины, президенту Зеленскому. Государственный комитет деоккупации Чили готов приступить к формированию добровольческих отрядов из числа граждан Чили для отправки в Украину. Для этого правительство Чеченской Республики Ичкерия должно подписать договор с Украиной о военном сотрудничестве. Это необходимая процедура для того, чтобы наши добровольцы были защищены Женевской конвенцией. Мы будем рады внести свой вклад в справедливой войне украинского народа. Готов немедленно прибыть в любую точку Украины для решения данного вопроса. Слава Украине! Премьер-министра Ахмеда Закаева, действующего за рубежом, соблюдая преемственность власти, верные завету всенародно избранного президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, Зелимхана Эндербиева и Аслана Масадова, а также Государственный комитет по деоккупации Чеченской Республики Ичкерия, действующий за рубежом, единогласно приняли решение обратиться к президенту Верховной Ради и правительству Украины со следующим заявлением. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей. Я от имени нашего правительства, чеченского правительства, работающего за рубежом, от себя лично поздравляю всех чеченцев, всех граждан нашей республики и нашей страны.